Мы не отдадим ему своего ребенка. Своего? У него есть родной отец. Этот негодяй отказался от него. Он подписал отказ от ребенка. Он издевался над моей дочерью. Он избивал его, ваша честь. Он не достоин быть отцом. Я прошу вас лишить его отцовских прав. О чем вы говорите? О том, что он отказался от него и не навещал его в больнице. Ваша честь, я протестую. Протест отклоняется. Продолжайте истец. Я сделаю все, чтобы этого ребенка отдать отцу. Ограничить в родительских правах. Истец, вам решение суда понятно? Адвокат, вам решение суда понятно? Послушай, мы проиграли суд. Что? Заблуждение. И после этого он подписал этот отказ. Заблуждение? Какое заблуждение? Я тебе отдам этого ребенка. Я обжалую решение в Верховном суде. Я тебе даю слово. Отстань от меня. Ты обещал мне выиграть это. Судебное заседание, когда я не так, я не согласен с этим.